Процесс подготовки Сочи к Олимпиаде впечатляет, заявил 16 июля председатель Координационной комиссии Международного олимпийского комитета Жан-Клод Келли на брифинге международных телевещателей в Сочи. Что уж его там впечатлило, не знаю. Мы, правда, телевещатели не международные, мы местные. И поехали сами посмотреть, чем же так впечатлился господин Келли. Посмотрели и поняли. Еще бы, не впечатлиться. Уж не знаю, с какого бока ему показывали олимпийскую деревню, но мы увидели вот это. Для начала перекрытую развязку под Адлером. Въезд только по пропускам Олимпстроя. В результате чего в сторону границы и обратно встало практически пол Адлера и Веселое. На сами стройки журналистам, да еще с камерой, не попасть. Кругом сетки, глухие заборы и специальные КПП того же Олимпстроя. И при всем при этом масса объектов в полузачаточном, явно недостроенном виде. На некоторых жилых комплексах рабочие вообще просто покуривают или, постиравшись прямо на месте, сушат белье. Живут, видимо, не отходя от рабочего места. На подготовку к Олимпиаде в свое время были заложены огромные деньги – 314 миллиардов рублей, и это только по официальным данным. Денежки эти вырваны из национального бюджета в ущерб социально-экономического развития других регионов страны. При этом официальные российские власти открыто сегодня заявляют, что Олимпиада будет стоить в разы дороже. Принятый еще 6 января 2007 года 4-й Госдумой закон об организации и проведении Олимпиады, так называемый закон о Сочи, а по сути закон против Сочи, еще тогда показал степень пренебрежения правами простых сочинцев. И дело тут не только в несоответствии закона Конституции. Принятие такого закона, по словам известного в прошлом политика Анатолия Лукьянова, стало потерей у власти юридической совести. Кстати, речь в законе идет не только об играх, но и о развитии города Сочи как горно-климатического курорта. Пропагандистское прикрытие этого грандиозного коммерческого проекта призвано было отвлечь внимание людей от самого города, от самого Сочи, как от черной дыры по выкачиванию бюджетных средств. Корпорациям, получившим подряды на строительство олимпийских объектов, помимо возможности освоить огромные государственные инвестиции, представился удачный случай распорядиться Черноморским побережьем, выдавить из рекреационной сферы малый бизнес, построить на месте массового общедоступного отдыха курорт экстра-класса для богатеньких и прибрать все это к своим рукам. Но вернемся к олимпийскому строительству. Со слов строителей, сказанных, естественно, не на камеру, получается, что за полгода до игр не все объекты будут готовы. А точнее, говорят так: сдать-то мы сдадим, будем гнать к срокам, и принять кому надо, конечно же, примут. Только вот с каким качеством и какими недоделками. Да и сейчас, в тех условиях, в которых работают многие гастарбайтеры и наши вахтовики, об отличном качестве говорить мало приходится. Да что там условия? Элементарной техники безопасности, как видите, просто нет. Господин Келли, председатель Координационной комиссии Международного олимпийского комитета, 16 июля в Сочи сказал, что у города остается всего полгода, чтобы решить все проблемы, связанные с подготовкой к играм 2014.
Вице-премьер правительства Дмитрий Казак сказал там же, что все работы по подготовке к генеральной уборке после масштабного строительства должны быть завершены к середине сентября. Судя по тому, что мы увидели, это вряд ли. Ввод всех объектов должен был закончиться в этом году. Объекты и не только сами спортивные арены по требованию МОК вводятся за год для того, чтобы их можно было обкатать и отработать все форс-мажорные ситуации. А судорожно достраивать прямо к Олимпиаде? Ну так никто не делает. А ведь все это, построенное на болотах и землях загубленной имеретинской низменности, еще и обслуживать надо. И вот вместо развития страны, единственного у нас города тропического курорта, помощи обворованным пенсионерам, детям, малообеспеченным, учителям и ученым, закопали деньги на болоте. Ну просто как на поле чудес. В стране дураков. Вот и взирает из кустов Ильич с ужасом и недоумением. Для чего же я все это в 17-м затевал? Чтобы нынче вот так? А чего вы, Владимир Ильич, хотели? Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. А вот на что мы напоримся после Олимпиады, это еще вопрос. Хотя, судя по всему, лучше нам не будет.